Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о мифах про собак. Мифы о собаках начали появляться еще несколько тысяч лет назад, когда люди только приручили этих животных. Собаки жизнерадостны, очаровательны и интересны, но появись у них такая возможность, они наверняка захотели бы опровергнуть некоторые распространенные мифы о себе. Миф о том, что собаки не различают цвета, гуляет с 1930-х годов. Тогда Уилл Джуди, любитель собак и создатель общенационального праздничного мероприятия под названием «Собачья неделя», заявил, что собаки видят только оттенки черного и серого. Но это вовсе не так. У них действительно меньше цветочувствительных рецепторов, чем у людей, то есть цветовой спектр немного уже, но они все равно различают цвета лучше, чем кошки. Не спешите с выводами, когда видите, что ваш питомец грызет траву на лужайке. Перед тем, как посадить собаку в машину и отвезти к ветеринару, обратите внимание на то, сколько травы ест ваша собака и выплевывает ли она ее обратно. Иногда собаки любят поесть травки, но если же ваш питомец делает это часто, съедает много травы, а потом его рвет, то лучше отвезти его к ветеринару. Вовсе не обязательно, что он чем-то болен. Такое поведение может быть признаками чего-то другого. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Чем старше животное, тем оно умнее. А собак можно тренировать хотя бы некоторым приемом в любом возрасте. Дрессировка может оказать возрастным собакам определенную пользу. Она придает им уверенности и укрепляет дружбу с хозяином. Не требуйте слишком много от старых псов. Будьте терпеливее, ведь они могут выполнять не все трюки, как их молодые собратья. Но большинство собак будут готовы тренироваться, независимо от возраста. Не все представления о собаках, которые передаются между хозяевами, правдивы. Никогда не стоит стесняться спросить что-то о своем питомце, например, у ветеринара. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.